Несколько поколений исследователей изучали вопрос, как окружающие условия влияют на креативность. Испытания проводились под водой, в шахтах, в невесомости, на скаку, в измененных состояниях сознания. Вывод однозначен. Сложнее всего придумывать идеи в самолете. Перепады давления, стресс, отсутствие Google и симпатичные стюардессы – все это отвлекает креаторов. Но у нас хватает пропеллеров, чтобы бросить вызов. Агентство марк-сервисов PR-квадрат открывает офис в Украине и, чтобы усилить команду, направляет в Киев креативную группу, которая может работать в любых условиях. 4 декабря на борту рейса B2845 эта группа проведет настоящий международный эксперимент. Креативные испытатели разработают кампанию вовлечения для вашего бренда прямо в воздухе. Во время взлета будет выбран и вскрыт конверт со случайным брифом, а решение будет выслано еще до получения багажа.